«Выходи гулять и вместе решать». Ярославль присоединился ко всероссийскому фестивалю. На улицах города прошли зимние праздники. Весело провести время и одновременно подвести итоги губернаторского проекта «Решаем вместе 2017» вышли жители Дзержинского района. В поселке Норский в рамках программы инициативного бюджетирования отремонтировали школу, несколько дворов и установили детские площадки. Всего по области за прошлый год благоустроили 470 объектов. Программа «Решаем вместе» продолжится и в 2018-м. Сейчас идет предварительное голосование. Любой житель Ярославля и области может выбрать самое интересное и важное общественное пространство, нуждающееся в ремонте. Проголосовать можно как на официальном сайте проекта вместе76.ру, так и в специально отведенных местах. Во всех районах области устанавливают урны для голосования. Предварительный отбор продлится до 31 января, а финальный состоится в день президентских выборов 18 марта. Данная программа очень важна для жителей всего города Ярославля и, в частности, Дзержинского района. Благодаря данной программе решаются многие вопросы, которые раньше вызывали нарекания граждан. Но одним из подразделений данной программы «Решаем вместе» идет и обустройство наших школ и детских садов. У нас в Норском, я считаю, что очень хорошо выполняется губернаторские программы. У нас ремонтируются школы, садики. Почти в каждом дворе установлена детская площадка, спортивная площадка. И каток замечательный залит. Стадион хороший.